Всем привет, с вами Леша, это канал «Хочу жить». Тут вверху ролик про меня, коротенький, а мы не будем останавливаться. Поговорим сегодня о том, что устал бухать, но не могу отказать, когда зовут там друзья, приятели, зовут, пойдем с нами туда-то, туда-то. Давайте об этом сегодня поговорим. Бывало ли с вами такое, что вот вы обещаете после очередной пьянки, там проходит дня 3-2, может даже неделя, вы говорите, все, блин, так трепил, что больше я вообще больше пить не буду, ни капли, все, завязал, я сказал, я сделал, все. Но стоит вас позвать куда-то, там на какое-либо мероприятие, какое-либо там, ну что-то, либо просто напрямую там пойдем пивка попьем, то все, вы не можете отказать, вы не можете сказать нет. И причем вы начинаете себя убеждать в том, что вам нужно идти на это мероприятие. На этом мероприятии теоретически будет алкоголь. Ну будет алкоголь, не теоретически, а будет он открыт. И вам на это мероприятие идти надо. Ну можно и не пойти, конечно, но... Вы начинаете убеждать себя, говорить в пользу оправданий, говорить разные версии, разные то, что вам нужно пойти на это. Ну, например, на свадьбу. Вы начинаете себя убеждать. Как же, это свадьба очень хорошего друга, меня давно на нее пригласили, я уже костюм купил. Как же я не пойду, там многие люди будут там, ну как на меня, что вообще обо мне подумают. Нет, да и потом это шанс проверить себя, то есть все будут пить, а я не буду пить, попробую. Ну, естественно, у вас ничего не получится, и вы забухаете так же. Также еще на футбол, допустим, либо любое спортивное мероприятие, футбол, хоккей, баскетбол. Ну, баскетбол я не знаю, я не ходил ни разу, а хоккей, футбол, вот это, там всегда квасят. И вы опять оправдываете себя тем, что либо там все будут, матч очень важный. Опять как попробую себя проверить опять на прочность. Там все будут бухать, а я не буду бухать. Почему бы и не пойти? Там все будут, все знакомые, все вообще очень важный матч. Народу будет куча. Вы оправдываете себя, вы себя убеждаете в том, что надо пойти. Либо еще пример, гулять в парк с детьми. Вроде бы безобидное, что с детьми в парк, вы говорите, ну ё-моё, там же это же с детьми, это же в парк. Тем более детям давно обещали вот вырваться в парк. Кафешку, ну зайдем кофе попить, только чисто и все. Никакого пива, только кофе. Ну, конечно же, вы опять сорветесь. Где кофе, там и пиво. Еще один пример. Играть в футбол. Вас зовут, допустим, друзья, пойдем поиграем в футбол. Ну, естественно, вы как... Ну, это же футбол, это спорт. А вы такой спортсмен, там, типа, вот, по-любому надо пойти. Там все будут ребята. Как же я не пойду-то? Нет, никакого пива после футбола не будет, после игры. Нет. Ну, естественно, напьетесь пиво после игры. Либо просто зовут, пойдем пиво попьем. Ну, и тут вы просто не можете сказать нет. Просто не можете. А если даже и можете, то изначально, да нет, я не пойду. Да хорош, да почему, да пойдем. Ты, на, ладно. И пойдем. И все, и вы соглашаетесь и идете. Надо научиться говорить твердое «нет». «Нет, я не пойду». «Почему?» «Да не почему, просто не пойду и все, я сказал, я решил». «Все, нет, я без агрессии, все, нет, все, нет, я не пойду». «Точно, да, точно». Или если уж все-таки вы пошли, ну это, конечно, будет сложнее сделать, но все же. Допустим, вам предлагают выпить, там, рюмочку, может, давай, там, здоровье. Нет, все, я сказал, все, я не буду. И пару раз вам предложат, потом, возможно, откажут от своей идеи. Но это, опять же, не факт. Лучше до этого не доводить. Как научиться говорить нет? Ну, во-первых, можно порепетировать перед зеркалом. Подойти к зеркалу и сказать, глядя себе в глаза. Мне не нужен алкоголь.
Мне хорошо без алкоголя. Я чувствую себя прекрасно. Если меня позовут, я скажу нет. Ни почему, не буду объяснять причин, просто нет. Можно еще порепетировать на операторах всяких. Ну вот, звонят там, предлагают что-то втюхать. Банки там или что-то, я не знаю даже что. Операторы всякие, там МТС, Мегафон, Билайн. Либо эту интернет отключить. Можете на них репетировать, я вот на них репетировал. Когда мне что-то предлагают, я говорю нет. Я прям прерываю ее и говорю, девушка, нет. Она говорит, ну почему, ну ты. Я говорю, не почему, просто нет и все. Я не буду ничего объяснять, нет, все. Также перед зеркалом, поучитесь, поговорите, ну раз 30-40 скажите вот это себе. Это помогает. Отвечать надо с твердостью в голосе и с полнейшей уверенностью в себе. Нет, я не пойду. Надо быть уверенным, что вам это не нужно. Нет, я не пойду. Все. Я сказал, я не пойду. Нет. Вот все, учитесь. Это несложно сделать. У вас обязательно получится. Это был канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.